pocket because they are massive company, and they can self-insure, I guess, at that point. I don't know how you get to be on the self-insure list, but I got my no as he flashes lights at us. Всем привет. Ну вот и суббота настала. Ну а что тут можно сказать? Небо плачет. Дядя Вова Вашингтон покидает. Значит, небо что-то расстроилось, плакать начало, дождик пошел. Что нам с вами вылетать? Понимаете, нам с вами сегодня вечером вылетать. Покажу, зачем летим и как я его нашел. Вот смотрите, 68 тысяч долларов, да, у нас в Орегоне, Salem Орегон, куда мой трек, кстати, поехал на Salem, который я продал. 2008 год, я только смотрю сейчас Caterpillar и Петруха 389. В 389 он пошел с 2008 года до 2011 года, это последний год, 11 год, как я хочу себе взять последний год 389 с котенком. Двухтурбовый, ну, со временем можно переделать на одну. Если сильно-сильно, прям пресильно захочешь, да? Такое дело. Значит, смотрим, что почем. Значит, тягач стоит на прицепе, в нерабочем состоянии. За него хотят 68 тысяч, пробег 699 тысяч. Значит, 700 тысяч пробег. В нерабочем состоянии 68 тысяч долларов. Даже ехать смотреть его не хочу. У него еще дополнительная ось. Хотите, я быстренько покажу вам фотографии, что с себя 68 тысяч представляет. Подожди. Ха! Это километров. 699 тысяч километров. Это значит у нас, я не знаю, 300 тысяч миль, что ли? Что-то тут не то. Что-то тут не то. И номер, главное, мой спер. 389 номер. Да, классно. Сегодня только читал коммент, да? Спасибо, респект вам, что на Аргасе Фрейтлайнере, да, ездите с 389 номером. Да, видите, тяжелый возил. Еще вот этот дополнительная ось с двумя колесами. Не просто с одним колесом, а с двумя колесами. Это вообще тяжелющий таскал. Ну, вот такой котенок, да, двухтурбовый. Ну, всегда ко всему приходит конец. Значит, если American Class, да, то у вас вот такое дерево светлое, оно мне не нравится. До 11 года вот как раз вот такое светлое дерево шло, панель. Его все равно зачищать и обклеивать. Или там просто наклеить, обклеить другой цвет. Или просто покрасить в красный. Так, едем дальше. 68 тысяч долларов, да? И потом ни с того ни с сего, появляется буквально два дня назад, 2011 год, 389, Warren, Пенсильвания, вот куда мы с вами летим. Вот он, красавчик, 75 тысяч долларов. О, вот он. То, что треба, народ, то, что треба. То, что доктор прописал. Как вам его? Чуть-чуть переделал камеру, чтобы она захватила. Значит, это у нас Ultra Cab. Ultra Cab, meaning высокая кабина под высокую спалку.
так, то придется еще с кабиной повозиться. Когда время придет, его делать на флаттап. А пока так поработаем. Потому что на нем не 70 инчи спалка с окном сбоку. Мне такие спальники вообще не нравятся. Это целая квартира на колесах. Это просто 63 инча. С него просто ободрать вот эти спойлера сзади вместе с этой лампочкой. Вместе с этим фонарем. Ну и все. Главное, прикол в том, что на нем уже стоят на панелях, на ступеньках, то есть stainless steel бока с нержавейки. И баки обвернуты с нержавейки. Это тоже дорого стоит, вот эта система. С нержавейки стоят баки, только перед зад полирнул и поехал. Самое главное, ребят, самое главное, Flex Air. Flex Air Suspension, вот она дуга, вот она рессора дугой. Помните, как у меня на красном было? И красная рама. Посмотрите на эту красную раму. Она с иголочки. Ребят, я ему позвонил, говорю, откуда такую красную раму чистую взял? Он говорит, с Техаса. И вот он, техасский южный трак, который не сильно долго побывал в пресливании. Поняли, да? За это я ему благодарен, что с Техаса привез пресливанию, немного поработал. Я говорю, а что продаешь? Говорит, все продаю. Все продаю, ухожу с этого бизнеса. Американец, классный мужик, 56 лет. Я говорю, о, а мне, говорю, 49. Не такой ты уже из-за старой за меня. Ну, вот такое вот дело. Значит, 6 инчей, то есть 5 инчей трубы всего-навсего стоят оригинальные. Ничего особенного. Как говорится, bone stock. Как это перевести? Просто все в оригинале. Вот как с завода купили, только наклейки наклеили, свой бизнес, имя, и поехали. Я надеюсь, что вот это вот на капоте, голубая полоса, это наклейка. Если это опять накрасили, просто будет стрёмно. Вот прям не знаю, буду что с ней делать. Меня моя синяя полоса, вот эта посреди трака, добивала просто. Как бы вверх и крыло я бы перекрасил в белый цвет и не парился. А вот эта полоса у меня посредине была, она меня просто запарила. Не знал, что с ней делать. Если бы наклейка была, сдер ее, бафанул и поехал дальше, отполировал. А она была у меня накрашена. Все, что накрашено, очень плохо сдирается. Сами понимаете, да? Всего две фотографии. Всего две фотографии. И пятое колесо. Пятое колесо. Прикручено выше, он подставку здесь сделал для высоких этих самых. Я вам потом все покажу, для чего это. Как раз мне сейчас она надо. Ребята, вас ждут просто приключения. Куда мы с вами едем и что мы будем на этом траке возить. Просто вас ждут приключения. Значит, 75 тысяч долларов. Так, едем дальше. Едем дальше, мужики. 11-й год. Это последний год с Caterpillar. Значит, Caterpillar у нас 10-го года. Последний выпуск. Читаем описание. 63 с палочка. Оригинальный пробег 738-425. Оригинальные майлы. И ребилд. Ребилд мотору сделан из 646-620 пробег. 646 ему сделали полностью оверхол. Компания в Пенсильвании, Pittsburgh Power, это всем известная Pittsburgh Power, 92 тысячи пробег на оверхоле, ребилде, капремонт. О, капремонт, ребилд, это значит капремонт. Значит, C15 Acert обозначает двухтурбовый, и 475 плюс horsepower, да, плюс. Еще здесь плюсик поставил, и вот этот мне плюсик зацепил. И знаете, что мне сразу подсказало внутри, что это мой трак? 10 спид коробка. Это просто, я не знаю, это с десятками мне просто везет, ребят. Вот согласитесь, что-то тут со мной не так. Как только 10 спид, то значит мой трак. Все. Короче, пишет, very nice track.
очень хороший Air Leaf, но это не Air Leaf, это Flex Air Suspension. 265 база, как на моем флаттапе была, да, 265 база и 3.36 мосты беговые. На нем просто будешь рассекать 80 миль в час и не почувствуешь. Значит, я звоню ему, звать его, Фрэнк. Фрэнк, говорю, так и так, мужик, давай это самое, рассказывай за трака, чё почём и почему ты поставил 475+. Когда мы с ним разговорились, он мне сказал, ну, я, говорит, не знал, как его там продавать, то, что он дилырит. Эмиссион на нем нема, всей этой демократической, экологии. Всей этой демократической экологии уже, говорит, на нем нема, но, говорит, мы оставили двойную турбину, так как она pushing a lot of horsepower, как это сказать по-русски, выдает очень много лошадей. Вот эти две турбины, когда его полностью экологию всю с него убираешь, они просто выдерживают там что-то около 50 паунтов турбонаддув под 50 паунтов у них. И просто, говорит, тяга сумасшедшая. Но у меня сразу такой вопрос, насколько он накрученный и 10 спид выдерживает коробка или нет? Но он сказал, 10 спид выдерживает. Но я, говорит, не переключаюсь. Вот как иду, говорит, на гору, на 10-й передаче, так и, говорит, наваливаю. То он накрученный на 600 с плюсом лошадей. Говорит, под 700 лошадей накрученный. И накрутил его Pittsburgh Power в то же самое время. Сделал это все, ободрал его. Когда сделали они ему ребилд. Так что меня это устраивает по-любому. Ребят, по-любому. Самая главная цена. Поговорили с ним, пообщались так хорошо по душам. Я говорю, Фрэнк, я говорю, I like you, но я говорю, не хочу тебя это самое разочаровывать с ценой. Какая твоя последняя цена? Он говорит, ну я бы хотел бы за него взять 70 тысяч долларов. Я говорю, Фрэнк, не буду тебя разочаровывать, ты классный мужик. Ну, как-то, говорю, 65 тысяч, вот согласись со мной, звучит лучше, чем 70. И он посмеялся, говорит, Уолтер, говорит, ты мне тоже, говорит, понравился по телефону, говорит, я, говорит, тебе его отдам за 65. Я говорю, что, серьезно? Он говорит, да. Вот так вот. Я говорю, Фрэнк, я завтра вылетаю. Потом мы с ним еще пообщались, долго я с ним разговаривал. Говорю, смотри, сегодня, говорю, четверг ему позвонил. Я говорю, сейчас билет куплю и вылетаю, получается, завтра в пятницу. Мне целый день надо будет провести в дороге, всю пятницу. Я прилетаю к тебе в субботу. В субботу некоторые, говорю, банки закрытые. Деньги тебе можно не перевести в субботу. Я там останусь на воскресенье до понедельника. Я говорю, давай я лучше в воскресенье или там в субботу вылечу. В воскресенье я там вечером. Отель возьму, пересплю. И это самое, в понедельник мы с тобой его обмоем, пожмем друг другу руки, я тебе перевожу бабки, и я поехал. Вот такое. Так вот, а мы с ним договорились, то билеты у меня на руках, машина в рент уже на руках, все есть, все подтверждено. Так что мы с вами, мужики, вылетаем сегодня. Так. Вот я как-то так чуть-чуть больше сделал фотографии, то, что он мне прислал на e-mail. Я говорю, сделай мне фотографию мотора и внутренности хочу посмотреть, хоть что за цветом, да? У меня спальник, к сожалению, серый, а здесь у меня brown, в этом траке получается brown, это что у нас, коричневатый такой, кто помнит, у меня на красном такой цвет был. Вот красным именно вот такой салон был. А в этом уже, в белом, серый был салон. Там разницы нету. То, короче, здесь не American Class. Дерева этого нету. Только, по-моему, на двери. Вот на двери, вот здесь вот осталась вставочка, да, под дерево. Ну, как у меня и на этом было. И на красном так же самое было. И просто черная панель. И как раз здесь датчиков не хватает. Все, как у меня на белом было, на бело-синем. Датчики вырежем здесь, 3. И с той стороны 3. И будет у нас опять полная
полная панель датчиков, десяточка, ну, остальное все, как вы понимаете, делается, да? Значит, вот она, двойная турбина. И вот здесь вот свеча находится. Она отсоединенная, нерабочая уже получается. И все. Конечно, мне такая не нравится. Вы это меня знаете, да, ведь уже давно. Я всегда говорю, что вот здесь просто нагороздили очень много награжденного. Тут руку не засунешь, чтобы турбины снять. Мне нравится, когда просто одна стоит и все. И, как говорится, на сегодняшний день одну можно хорошую перформанс-турбину поставить, и она будет тянуть тоже 700 лошадей выдавать, то нет проблем. Ну, покатаемся пока вот так, понравится, пока оставим, будем кататься. И что-то надо будет делать вот с этим сапуном, никогда он мне не нравился, вот на этих 8-го года до 11-го, или, как сказать, с 7-го по 10-й котенок шел. То вот эту вот ерунду поставили, это как бы сапун, который собирает масло, вот эти вот отходы, да? Ты не знаю, это просто экология, это просто бачок демократической экологии. Мне кажется, его выкинуть и просто шланг вниз опустить, как на всех нормальных 6НЗ котенках было, и все. Так что, ребят, вылетаем мы сегодня с вами в 11 ночи и всю ночь летим. Всех вас беру в сумку свою, так что прошу сильно не дышать в самолете, чтоб нас не вычислили. А то скажут, что такое, а где на 30 тысяч билеты еще? Что самолет такой тяжелый? Так что прошу, там сильно не это самое, да? Не гундите. И летим в Пенсильванию, но вперед в Нью-Йорк. Вперед по Нью-Йорку погуляем. Так что все, мужики, пока на этом все. Жду вас в самолете. Значит, народ, еще раз, для чего я вам показываю, почем он стоял второй, или даже, можно сказать, первый, самый дешевый трак. Вот я цену ставлю low to high, с низких на высоких цена, и погнали. Вот 68 тысяч в нерабочем состоянии с котенком. Это у нас получается первый трак, и всего на маркете 2 дня со среды. В среду его выставили. В четверг я уже договорился, его как бы купил. Все. Всегда вот этот трак, вот этот бело-красный, я всегда его смотрю за 75 тысяч. Да, вот он самый дешевый был всегда. На нем 1 689 000 пробег. На нем 1 000 000 больше, чем на том. В 1 100 000 пишет Rebuild Michigan Caterpillar, его делал в Мичигане. Уже на нем 1 100 000 на после оверхола, после, как опять это слово забываю, капремонт. Это много, ребят. И вот этот на автомате всегда стоит. Всегда, вот сколько я его смотрю, 78-750. Помните, я его снимал, он стоял 89 тысяч, я давно уже про него снимаю. На автомате он никому не нужен. Лучше иметь десятку, чем этот автомат гребаный. 882 пробег, Caterpillar. Ну, и пробег я всегда смотрю маленький, 882. Для меня это маленький. Чтобы вы понимали, я вам для этого показываю, чтобы вы понимали, на классике пробег до лампочки. Ну, как бы для меня это лучше. Ну, для любого, скажем, лучше маленький пробег, чем 1 000 000 с копейкой. И вот этот трак, я уже думал, вот этот в Айдахо ехать забирать. Честно. 2008 год. Это первый 389 с котенком. Или это вообще первый 389. 2007 пошел 379. Короче, на 4 инча капот у него. А на 389 уже на 4 инча длиннее капот. Уже как-то интересней. Значит, 98-80 тысяч пробег уже, считай, 1 000 000. 625 лошадей. И что он тут пишет? Тоже CAT SDP Motor, deleted. Это 600 тысяч пробег, он был deleted. И rebuild сделал 100 тысяч майлов назад. Как бы тоже неплохой вариант был, ну, хотят 85 тысяч долларов за него. И на нем большая спалка 70-инчевая с окном по бокам. Так, вот еще 70 инчей спалочка с окном на боках. Это уже идет 92 500. Уже цена сразу зашкаливает под сотку.
Пробег 1 500 000. 1 500 000. На нем стоит Single Turbo, C15 котенок, 625 лошадей. Как я вот хочу сделать, да? Одну турбину. И 625 лошадей, это по горло хватит. И вот этот тоже трак во Флориде. Я уже тоже вот про этот трак думал. $95 000. 30 тысяч пробег. На оверхоле получается After Rebuild Original Parts from Cat. Оригинальные запчасти от Caterpillar. Ну, пробег на нем 1 000 000 с лишним. Так как он раньше пробег здесь был. А потом они поменяли на 30 тысяч пробег после оверхола, и все. Тоже 70 инчей с палочкой. Потом у нас идет Flat Top, 2008 год. 1 644 000 пробег, за него хотят 95 тысяч. Чтоб вы понимали, если я свой сделаю, сделаю с него Flat Top. Flat Top — это самые дорожищие траки. Стиль трака классического. Носяра длиннющий, низкая кабина, спальник и одни трубы кверху торчат. Все, вот это стиль, вот это американский стиль. Ну, как вы уже меня поняли, да? У меня все такие траки были. Значит, 280 база, классная база. Но! Мустанг пошел, сосед, не знаю, если слышно будет. Но! Рама вся убитая, рама ржавая. Я не знаю, показать вам? Я бы никогда, я думал, классный трак такой загорелся, $95 000. Надо, думаю, сейчас свой продать, и это самое. Так, куда это? Куда ты прыгаешь? Так, немного надо было камеру переделать. Баки закрасили, уже все облазят. Раму тоже такой цвет покрасили. Как сказать, как он называется, цвет этот. Не блестящий, а просто такой. И внутри в раме он ржавая вся идет. И снаружи ржавчина везде просачивается. Он внутри вся рама ржавая. И кавери очень много. Трак, наверное, по Аляске шуровал 100%. Рама, конечно, очень плохая. Вот если видно, да, ее? Вот видно. Стопудово вы увидите. Тут даже приближать не надо. Вся рама выитая полностью. Ее покрасили flat black. Как нас сказать, flat black, она даже не блестит, да, такой цвет черный, матовый, матовым черным цветом покрасили. И баки тоже, вон рама, вот в этом месте, рама полностью вся ржавая, просто сверху покрасили и все. Как бы за убитую раму я не хочу 100 штук давать, и она раньше была красная, видите, вон красная впереди высвечивается. Там уже красного цвета, вон видите, сколько красного цвета. Там уже красного цвета, от него ничего не осталось. Они сверху красным, черным покрасили и все. Cat, C15, Acer написано. И подушки дешевые просто. Double back, это $1000. Это самое продает. Four State Tracks такой. Airbag kit они продают за $1000. Это самый дешевый. Мы с Тёмой такие покупать не хотим. Как он называется? Donut. Donut Airbag. Воздушная подушка, сделана донутсом. Вот он. Зато красавчик сбоку. Мотор. Одна турбина. Вот так должен смотреться новый Caterpillar. Именно вот так. Видите, да, чем он сразу отличается новый? Oil Cooler совсем другой полностью. Сразу видно, что это уже пошел Acer. Переделанный на одну турбину. Зато доступ к мотору, все. Снимай, что хочешь. Меняй же, этот же oil cooler меняй. Доступ есть. Ну, ржавый. Мне такой не подходит. Еще и $95 000. Ну, куда? Убитый полностью. Показываю, чтобы вы понимали, за сколько я свой за 65 сейчас покупаю. И что сейчас на маркете есть с котенком. Дальше едем. 1 600 000 Ultra Cap. 1 600 000 пробег. Я только Caterpillar смотрю. Я уже Cummins даже смотреть не хочу их. $99 000. 08 год. И еще один коротконосик. Пишет Glider Kit.
Видите, если 14-й год трак, тогда он идет к Гларио Кит. Он с завода шел просто без мотора, а там уже мотор ставите какой хотите. Значит, 649 тысяч пробег. Caterpillar может любой там стоять. Может быть, даже 6NZ. Но он мне не интересен. У него маленький нос. И еще и 110 штук. Потом идет у нас красный красавчик 9-го года, 130 тысяч. 1 197 000. 600 лошадей. Поняли, да? 1 197 000. MXS мотор, тоже оверхол. Gold Kit стоит. Потом идет 12-й год, 150 тысяч. Это тоже должен быть уже Glider Kit. То, что 11-й год, да, видите, у него single turbo. Одинарный турбо стоит мотор. А, Repowered, да. Well, Repowered by Caterpillar. И Conversion with New Overhaul. Значит, поняли, да? Еще ничего не поняли. Потом идет 14-й год, опять Glider Kit. 1 165 000. 17-й год, даже вот написано Glider Kit, вот он, Glider Kit, 17-й год, с 6NZ котенком, цена $169 000. 175, 175, 179, ну и пошло и поехало, короче, 180 тысяч. Вот он, Flat Top, 182 тысячи 19-го года, просто красавчик. 23-й год. Вот он, 23-й год, это уже они их не Glider Kit называют, а Assembled Title, Similar to Glider Kit, to Glider Title. Короче, одинаковый, как Glider, только они сейчас пошли Assembled, так как Glider Kit запретили, они просто обманули ребят и сказали, окей, это не Glider, это Assembled. Assembled — это как бы конструктор, да, собираете, когда собратый трак получается. 235 тысяч, 235 тысяч, 240. Ну и пошло и поехало. Поняли, да? Вот, 23-й год, 240, 245. Помните, почему они раньше стояли? По 295 тысяч. Сейчас уже новый глайдер 245. Вот вам и 50 тысяч потери. Вот вам 50 штук дешевле. Все, на этом закругляемся, чтобы вы поняли, что за 65 тысяч это просто it's a steal. Последний год, 389-й, с Caterpillar, 11-й год. Так, последний раз вас прокачу на бумере. А то кто его знает, когда мы назад вернемся с вами с нашего путешествия. Как-то так. Немного прогоним. Так, кто у нас тут на лоу-бое стоит? Припаркованный оранжевый пятюня. Красавчик. Чтоб не забывали, что такое пятая М-ка. Правильно я сказал? Пятая М-ка. Прикольная машинка, конечно. Ну, тяжелая, да, 500 лошадей здесь не чувствуется. Тяжелый немецкий железо.